поступил еще один вопрос, рассказать о моих кумирах среди актеров голливудских 90-х годов, 2000-х. Ну, все, кто в кассовых фильмах снимались, все были моими любимыми актерами, считай, родными. Я, Юрий Вячеславович, очень люблю искусство и хорошее, интересное кино тоже причисляю к искусству. Поэтому у меня море кассет дома, и все же я думаю, что стоит даже некоторые фильмы пересматривать, как и перечитывать интересные книги, играть интересные произведения.